А мне очень помнится один эпизод, когда мы после победы в Кубке УЕФА, в принципе, очень усталые, летящие в Москву практически всю ночь, прилетевшие, ходившие на всевозможные передачи, побывавшие у президента, практически не тренируясь и не имея времени на восстановление, приехали на базу, у нас была предыгровая тренировка, на которую мы, в принципе, вышли. И Валерий Георгиевич посмотрел на нас, на нашу тренировку, и она закончилась через 15 минут со словами: «Я не хочу больше на вас смотреть, все, давайте, закончили, уходите». Самое удивительное, что на следующий день мы вышли, и после первого тайма, проигрывая «Спартаку» 0-1, а потом выиграли 3-1, и мы краем уха слышали фразу о том: «Странно, они и так «Спартак» обыгрывают, зачем их тренировать?»